Сегодня в гостях Алан Сели, расположившийся в стенах Одесской областной филармонии, директор Одесской областной филармонии, заслуженный работник культуры Украины Галина Борисовна Зицер. Здравствуйте, Галина Борисовна. Здравствуйте. Галина Зицер, директор Одесской государственной филармонии, заслуженный работник культуры. Расскажите о своих корнях. Как я могу сказать только о своих корнях по линии матери, потому что отца я не знаю, был, наверное, был, раз меня родили. Я всегда говорю, что... По линии женщин еще бывает непокорная, да. Зачем? Мама мне всегда рассказывала, царство небесное покойно, она рассказывала, что я родилась на танке. Сначала это было как шутка, наверное, но она была в военной части, и поэтому родила меня действительно практически на танке. Я предполагаю, мне мама никогда не рассказывала, так она ушла на тот свет со своей тайной, и я не знаю, кто был отец, но там были люди, мама, старшая сестра мне рассказывала, что он был какой-то генерал. Но это не имеет никакого значения к моему рождению. Его задача была... Фамилия Мамина? А? Фамилия ваша, фамилия Мамина? Или... Нет, это фамилия мужа. Угу, это мужа. Жизни, так сказать. Да, это фамилия мужа. Мамина фамилия Геллер. Угу. Вот, тут их было целое... Известному шахматисту отношение... Имеет некоторое отношение. Больше того, она имеет отношение к директору бывшего ресторана «Киев». Это ее брат родной. Они все уже царство небесное, уже их нету здесь. Вот. Поэтому их было в семье 3 дочки и брат. И вот так сложилась жизнь, что она попала с военной частью. Молодая девочка попала с военной частью вот в Россию, в Самару туда. И так вот получилось, что родила меня там. Ну, спасибо, слава Богу, но она всегда мне говорила, у тебя самарский характер. Что-то в этом есть, конечно. Вот такие корни. Мама приехала сюда, в Одессу, когда мне было 2 года. Она работала 30 лет в цирке. 20 лет, по-моему, если даже не больше, в театре музыкальной комедии. Кем? Когда еще Ашаровский был. Она работала старшим кассиром. Угу. Вот, так что, и так она ушла из музыкальной комедии, ее хоронили вот так, вот таким образом. Марина Борисовна, а вот по маминой линии, дедушки, бабушки, в каком поколении вы одесситка? По-моему, насколько я знала, я не знала ни бабушку, ни дедушку, потому что бабушка умерла мне, я только могилы знаю на 2-м кладбище, больше ничего. Мама приехала в Одессу, мне было 2 года, и бабушка умерла в это время. То есть она меня видела, а я ее как бы нет. Вот. И дедушка тоже, они все одесситы, в самом большом длинном поколении своего древа. Все одесситы. Вот кроме меня. То, что вы закончили музыкальную школу, потом музыкальное училище. Да. Вы как чувствовали, да, что придется потом заниматься филармонией? Я не чувствовала. Я могу сказать вам, знаете, что всегда, когда меня спрашивают об этом, я всегда говорю, что я закончила строительную академию. Я архитектор. А архитектура – это музыка, застывшая в камне. Поэтому оно одно другого не диссонирует никак. Как сказал мне один гость, говорить о музыке – это примерно то же самое, что танцевать об архитектуре, да? Ну, вообще филармония, да, в стенах, в которой мы сейчас находимся, вы 38 лет трудитесь. Это любовь гармонии, дословно. Да, да. Да, да, да. Это любовь гармонии. Кто любит Бога. Да. Гармония, вот она по-гречески, гармония. Гармония, наверное, в первую очередь соответствие чего-то. Чему-то, каким-то вашим или чьим-то другим представлением. И вот когда вы пришли сюда, в общем-то, со строительной профессией, то я знаю, что вы потом еще и дорогами занимались, много чем занимались. Было. Поэтому. Это был очень небольшой период времени. Как-то так получилось, что я работала 10 лет в реставрационных мастерских главным архитектором. И все памятники вот здесь, в городе, в области, Акерманская крепость, Мавританская арка и так далее, все это было мое хозяйство. Я над ним, поэтому я ночами и днями проводила в этом архиве, вот здесь, на Пушкинской. Поэтому я вот все эти истории добывала, выясняла, принимала участие в реставрации оперного театра.
Вот. Ну, не той, которая последняя, а была до того. Вот. Там еще был тогда главным инженером Бродский. Илья, вот не помню отчество. Да, я помню, что это не первая, в смысле, не последняя реставрация. Нет, нет. Она их была, да, несколько, да. Каждый раз отчитывались о килограммах сусального золота, которые туда потрачены. Да. Вот. Там очень серьезная ситуация с грунтами. Там лёсы, он стоит на лёсах, и сейчас даже там сваи вбили, и они не спасают театр. А, ну, то, что и были минные сваи, это я помню. Ну, это продавались. Стекло, да. Или стекло заливали на предыдущие, по-моему. То же самое, да. Всё ушло, всё слилось. Всё уходит. Всё ушло. Вот. Ну, у нас здесь положение гораздо лучше, чем там, в этом плане. Но сейчас будут, дальше, да, но сейчас будут делать исследования геодезические, потому что оно тоже имеет трещины, и насколько это серьезные, надо будет определять. То есть сейчас будут заниматься этим. Ну, я думаю, что, может быть, не все зрители знают о том, что в нашем городе есть два памятника национального значения, два архитектурных памятника. Оперный театр и филармония. И филармония. Да. Они в реестре, в нашем общегосударственном реестре под литерой А. Это два памятника национального значения. Вот. Единственное, у нас нету ни одного памятника, который охраняется ЮНЕСКО, в том числе оперный театр, поскольку там все, что вокруг настроено и перестроено, не дает им возможности и не соответствует стандартам ЮНЕСКО для того, чтобы это взять под охрану. Хотя бы оперный, я уже не говорю филармонию. Но, к сожалению, в Одессе нет ни одного памятника, кто бы мог быть под охраной ЮНЕСКО. Галина Борисовна, и вот вы пришли. Ну, расскажите немножко. Вот я пришла, и самое первое, что я увидела здесь, это закрытый центральный вход, и был озвучен, значит, диагноз аварийный. Простите, а как же заходили? Через кассу, что ли? Да. Вход был, да, через кассу? Только через кассу. Это было закрыто напрочь. Там только жили голуби и вся остальная там летучая живность. Все. Он был закрыт, и диагноз аварийный. Ну, и вот, наверное, все-таки мама где-то была права, что у меня характер самарский. И я и это... И сестра была права, что папа генерал. Может быть, и так, да. И, значит, я все-таки пошла другим путем. Был такой у нас институт Гипроград, если вы помните. Да, конечно. Да. И там был главный инженер Корнет. Это, я не знаю, помните, знаете вы. Это, он был очень известной личностью в городе. Я, у меня были с ним добрые отношения, теплые, и я его пригласила сюда, чтобы он все-таки мне сказал, как мы будем строить мост, вдоль или поперек, и будем ли мы вообще его строить. Может быть, его действительно трогать нельзя, может, оно сейчас рухнет все. И какое было у меня удивление, мое удивление, вернее, когда он сделал заключение техническое, инженерное, и сказал мне, никакой аварийности тут близко нет. Оно было так построено. То есть десятник, который строил купол, а внутри идут стропила деревянные, огромные такие. Он, видно, был пьяный и построил их не так, стропила идут, а сверху купол, а он их построил вот так. Вот так они. Так они и стоят. На лекции Сопромата не ходил, поэтому... Да, да. Вот он вот так построил их. И вот так они и стоят по сегодняшний день. Это дало возможность, я не знаю, грамотным людям, я не знаю, кто делал заключение, что оно аварийное, это мне, это не при мне было, и дало возможность сказать, вынести такой диагноз, что здание, что купол аварийный, и центральный вход аварийный, он может упасть в любую минуту. Ну, и я ему тогда попросила его сделать заключение раз и все-таки дать рекомендации, что нам сделать дальше в этом вопросе. И вот с этого началась моя, так сказать, активная жизнь и деятельность в этом здании. То есть мы по его рекомендациям, по его чертежам, мы сделали два бандажа защиты. То есть мы взяли этот купол и подвесили его. С одной стороны бандаж металлический и внизу тоже металлически. То есть оно уже никуда не может шевельнуться. Ни вправо, ни влево об упасть вообще речи нет. Но потом же стал вопрос реставрации.
и черепица «Бобровый хвост», которой нет нигде, и смальта золотая, серебряная, где знаки зодиака выложены, ну и так далее. Вы зрителям нашим расшифруйте это иностранное слово «смальта». Что это? Смальта, я вам рассказываю, ничего страшного нет. Это не, я не знаю, почему ее так назвали, но так она называется. Маленькие такие квадратные стеклышки. И с этой стороны, которая идет к потолку, к небу, к этому, к стенам, нанесено на одни сусальное золото, а на других сусальное серебро. Все. И вот эти играют и делают вот. И когда свет снизу попадает на эти изображения, которые выложены смальтой, это как мозаика. Оно играет очень красиво и интересно. Ну, это все было очень сильно утеряно. Ну, что мы сделали? Первым делом я поехала на эту, как называется, на металлобазу. Аж там по дороге на Котовского. И договорилась, мне привезли сюда леса. Выставили леса, там же высота 18 метров. Выставили леса от низу до верху. Потом я взяла один образец этого черепицы. Один кусочек мне сняли смальты. И начала искать, тогда интернета не было, начала искать по своим там каналам, по знакомым, по всяким тем, кто знает, как это, где это. Короче, я приехала в Вильнюс, Академия наук. Да. Другого не было. В Вильнюсе при Академии наук был экспериментальный завод, маленький, экспериментальный. И вот там, по моему образцу, мне сделали полностью весь заказ вот черепицы «Бобровый хвост». Она идет вот такая, раз, и внизу вот так. Вот. Вот. И там же мне заказали смальту. Они сделали, им самим было так интересно. Я сталкивалась с такими людьми, им действительно было это очень интересно. Очень интересно. И тогда я увидела Вильнюсский театр мускомедии или оперный, не помню кто. Он точности наш театр музыкальной комедии. Один к одному. Ну, проект по-советски. Я понимаю. Точно. Один к одному. Вот. И вот тогда мы вот там мы заказали, все нам привезли, прислали сюда, все сделали. И мы договорились с реставрационными мастерскими, тогда они еще были, и начали работать. Одесская филармония построена по конкурсному проекту архитектора Викентия Ивановича Прохаски, который был переработан главным городским архитектором Александром Осиповичем Бернадаци. Заведовал строительством Бернадаци при помощи автора проекта Прохаски и архитектора Домбровского. Много сделали. И сегодня, даже уже если Хобарт, он такой капризный элемент, но если он говорит, что это лучший зал в Европе по акустике. Хотя бутылки в него и не вмонтировали, как когда-то в древности, да, там какие-то сосуды. Это было, там, это, было да. Это то, что вы говорите про бутылки, это не для такого здания, как филармония. Это для оперного театра должны были монтировать это. Там, где бы, ну, нам это не делали, не сделали, и мы этого делать тоже не будем. Ну, я вам скажу, у вас коллектив 300 человек сегодня. 300. 300 человек. И да. Всего администрации 30 человек. Понятно. Я знаю, что вы за это боретесь, но просто расскажите, как это тяжело. Летом очень жарко, да, летом очень душно. Вот очень хотелось бы, чтобы в этом прекрасном зале была система вентиляции, более совершенная еще лучше кондиционирования, да. Будет. Но зимой тоже не всегда тепло, да, бывает, что такое зал отопить, это ж 18 метров, как вы говорите, это где же набрать. Вот, ну вот эти проблемы, ну что-то там падает. Я вам скажу больше того, у нас, когда радиатор горячий, ну, по закону физики мы все знаем, воздух горячий уходит наверх. Наверху можно пирожки жарить, а внизу 9 градусов. Потому что у нас же вентканалы открытые. У нас открытые вентканалы. Все пилястры – это вентканалы. И они сходятся. Вот если вы поднимете голову, вы видите жалюзи наверху. Вот, это вентканалы. Но я хочу вам сказать, что мы не просто боремся, а мы уже поборолись. У нас уже есть проект кондиционирования и вентиляции. Ну, то, что Сергей Рафаилович возглавил сейчас областную администрацию, вы надеетесь, что больше будет помощи? Да. Я должна сказать, что это единственный губернатор. Вот я не просто да хочу там ему сварить шоколад, но он действительно единственный губернатор, который, будучи губернатором в свое время, думал именно о культуре.
И, между прочим, вот то, что я вам сказала, мы сделали, когда реконструкцию зала, это был 2004 год, когда он был губернатором Одесской области. Новые стулья, он сам лично, мы с ним в 2 часа ночи принимали стулья, которые привозили нам. А стулья делали то ли в Житомире, то ли в Запорожье, где-то там на такой дальше. И это, мы все надеемся на это, не только я надеюсь. То я когда-то где-то об этом прочитал, что в инструкции тем царским губернаторам, да, еще, которые были при кровавом царском режиме, одним из пунктов было записано не реже раза в месяц посещать губернский театр. Так вот, я думаю, что Сергей Рафаилович, он еще единственный губернатор, который ходил в театры и когда был губернатором, и когда не был губернатором. Да. Это вот повезло. Он всегда это повезло и посещал, культуре. И посещал. Да. Он сегодня, я вам должна сказать, из области не вылазит. Я не знаю, как он вообще, где ему хватает столько времени. Он работает 24 часа. 24 часа. Ну, дай Бог здоровья и дай Бог помощи. Дай Бог здоровья. Да, помощи, да, дай Бог здоровья, потому что мы на него уповаем просто, как на Иисуса Христа. Так, вот расскажите про вентиляцию, про кондиционер. Значит, у нас готов проект. Значит, это не секрет, что народный артист Украины Алексей Иванович Ботвинов нашел спонсоров, которые проплатили 650 тысяч, проплатили за изготовление этой документации. Сама документация готова, прошла экспертизу. Ее можно хоть сегодня начинать делать, но сметная стоимость этого проекта 8,5 миллионов. Все, пожалуйста. Здесь деньги, можно остановиться. Не надо ждать ничего. Сделают реставрацию, сделают проектную документацию. Сейчас идет, вот сейчас будет 23 числа, будет тендер проходить. То сделают проектную документацию, сделают, это будет потом. Это можно сделать, независимо ни от чего. Галина Борисовна, а при том, что это памятник архитектуры национального значения, не нужно каждый вот шуруп согласовывать с Киевом? Кто? Надо. А экспертизу где проводят этих проектов? Этот проект прошел экспертизу в Министерстве культуры в Киеве. То есть, в общем-то, как говорится, ворота открыты. Можно это делать. Обязательное условие. Без этого условия нам даже финансирование не откроют. В этом году исполняется 90 лет, в 31-м году. 90 лет. 90 лет. Ну и чем, какими, как, знаете, такой стандартный вопрос. Чем будете радовать? Что новенького, я имею в виду в организационном плане? То, что еще не было к юбилею? Ну, то, чего не было, трудно нам сказать, было все, но оно будет немножко в другом формате. Мы делаем не один день, вот юбилей, там, допустим, 3 октября. Нет, у нас юбилей длится 5 дней. Юбилейные концерты 5 дней. То есть у нас юбилейные концерты весь год. Ведь все под рубрикой 90 лет, 90 лет и так далее. Но само празднование начинается 29 сентября. Открываем фестиваль значит, камерным оркестром Одесской филармонии Игорь Леонидович Шаврук, заслуженный артист Украины, и, конечно, заслуженный артист Украины Сережа Терентьев. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог ему здоровья. Уже все мы с ним оговорили, и программу, и первое отделение он делает джаз, второе он делает 24-ю Моцарта, и уже все уже тут пищат и писают все со всех сторон. То есть это будет потрясающий концерт. Потрясающий. И, конечно, он закроет My Way. Это его коронка. Вот. На второй день будет у нас очень много эстрадных исполнителей, новых, молодых. У нас такие эстрадные исполнители, что я не могу сказать, что они не могут соперничать с Пугачевой и так далее, с этой всей вот этой вот историей, которая там находится. Вот. И мы делаем эстрадный концерт наш, с нашими силами. И будут принимать участие все молодые исполнители, и в том числе народный артист Украины Михаил Бакарчук. Вот. 1 числа, это день музыки, по-моему, день музыки, да? И будет, я пригласила, договорилась, виртуозы Киева. Да, это бывший Катарок. Наш ответ Чемберлену, да. А? Я говорю, наш ответ Чемберлену. Да, бывший Катарович, помните Катарович? Он руководил, теперь его дочка там. Короче, я договорилась, все мы решили, все вы решили. Я от них жду только программу и портрет на афишу. Все, это будет. Дальше у нас идет четвертый день, два концерта. Мы днем делаем, называться будет он «Мастера и вундеркинды».
У нас, объясню. У нас, это, ну, надо. У нас есть очень хороший абонемент с подкаянцей Столярского. Это со школой Столярского. Значит, обойти школу Столярского стороной мы никак не можем. Потому что все, вот, допустим, все эстрадные артисты, все солисты наши, это все выходцы из консерватории. То есть мы никого не скрываем. Это все люди, получившие консерваторское образование. Но у нас же есть дети еще, которые тоже должны показать свое мастерство. И вот будут наши солисты, которые играют, которые, там, допустим, как-то с камерным оркестром, и будут дети школы Столярского. Это будут мастера и вундеркинды. И вечером будет отдельный, совершенно, абсолютно отдельный концерт академического ансамбля украинской музыки «Песни и танца «Чайка». Прекрасный у нас. Это замечательный ваш ансамбль. Прекрасный коллектив. Сколько ему лет уже? Ему уже 10. 10 всего? Мне казалось, больше. Нет, 10. Я его создавала. Ну, так вы могли еще много до этого создавать. Нет, я просто к тому, что я говорю, что я и Надежда Матвеевна была тогда начальником управления культуры. Да. А вот она 10 лет в оперном театре. Ну, да. Вот у нас 10 лет есть отрезок. Вот. И это будет отдельный самостоятельный концерт. И 3 октября это будет гала-концерт. Гала-концерт, и будем... Концерт будет, имени, да? Да, и будет уже и награждение, и гости, которых мы будем приглашать из всей Украины. Все директора Украины, которые пожелают приехать к нам, никаких проблем, мы разошлем самым, не всем, допустим, там, 25 или 28 филармоний, а самым ведомым, самым ведущим филармонием Украины. Мы разошлем пригласительный. Я уже Винису Анатолию Ивановичу сказала. Он говорит, я уже готовлюсь. Я уже готов. Вот. И из Кировограда, и из Житомира, и из Ивано-Франковска, и из Тернополя, и из Ужгорода. Уже все готовы. Они только ждут моего сигнала. И самое яркое событие вашего детства? Или самые яркие события вашего детства? В детстве... Ну, честно говоря, я была, конечно, единственный ребенок, и любимый ребенок, и можно сказать вот так. Я, во-первых, у меня было очень интересные такие, знаете, события, когда у нас были академические концерты. Я страшно волновалась за кулисами, но когда я выходила на сцену, и по сегодняшний день, когда я выходила на сцену и ложила руки на рояль, все, у меня все уходило. Это было очень... так серьезно и очень трогательно. Играла очень много, по 10 часов в день работала дома. Да, мама на работе, а я целый день готовлюсь к этим концертам. Детства у меня практически не было. Ну и почему все-таки вы не пошли в музыку, а пошли в строительство, совершенно другое? Вы знаете, это такая банальная история произошла. Если вы поймете, что я вам хочу сказать. После музыкального училища я решила поступать в консерваторию. На фортепианное отделение. И не прошла по конкурсу. Я обиделась. У меня дома стоял трехпедальный Петров, концертный, прекрасный инструмент. Я сказала, мама, убрать его, чтобы я его даже не видела. Больше я за рояль, за инструмент не сяду. И решила пойти в архитектуру. Самые счастливые дни уже вот всей взрослой жизни, да? Вот если то мы про детство, а вот сейчас про всю большую жизнь. Про всю большую жизнь. Да, вот тут уже можно, да, про заслуженного работника. Не, ну самое большое было у меня, когда у меня родилась дочка. Это было самое большое. Я даже не понимала вообще, что это такое. Совсем молоденькая была. Вот, дочка. Потом у меня было прекрасное событие, когда у меня родилась внучка. Вот. Евгения. Правда, они сейчас находятся в Соединенных Штатах, но это другой вопрос. Каждый ищет, где лучше. Вот. И так получилось, что потом самое... Я, вы знаете, когда я работала в реставрационных мастерских, все эти объекты были мои, и я настолько... Вот единственный объект, который я безумно любила, и просто вот действительно, я даже не могла никому этого сказать, это была филармония. И всегда говорила, если мне придется когда-нибудь уйти куда-нибудь работать, я бы хотела уйти в филармонию. И так оно случилось. Видно, Господу Богу, видно, услышал мои молитвы, и там
как-то так подсуетился, чтобы это произошло. Это действительно был большой праздник в моей душе. Не все было просто, не все было легко, даже очень нелегко. И сегодня нелегко. И приходится работать локтями, потому что там 39 подползающих стоят рядом. И говорить не о чем. И вы, многих из них вы знаете. Но то, что я делаю, вот я, допустим, беру какой-то проект. Вот сейчас я взяла себе 90-летие. Конечно, взяла вот такую планку, не знаю, даже выше моего, намного выше моего роста. И вот так было во всех случаях, когда я делала какие-то большие проекты. Проекты, тот же конкурс Ойстраха, и тот же все. Вот, я беру проект и делаю себе планку. И когда я ее добиваюсь и преодолеваю ее, вот это кайф. Галина Борисовна, вы верите в Бога или только в себя? Нет, я в Бога очень верю. В себя я тоже верю. Но я верю, очень верю в Бога. Очень. О чем, кроме молодости, вы скучаете из советского времени? За молодостью мы все скучаем. Ну, за молодостью это такое дело, знаете, все проходящее, музыка вечна. Да. Значит, что бы я, за чем я скучаю, это за человеческими отношениями. Вы знаете, были совершенно другие. Я понимаю, что люди были, может быть, беднее. Может быть, не было таких каких-то приоритетов. Может быть, даже не все люди могли, допустим, позволить себе то, что могут позволить сегодня. Мы не ездили за границу, ну и что? Ну мы же были здесь одной семьей, одна семья. Можно было зайти, соседка пришла, у тебя есть суп, борщ, дай моему сыну или внуку, я не успела сварить, на. Это, понимаете, человечность. Не потому что у нее нет этого борща или супа, она не успела сегодня сварить. Все. Она мне говорит, Надя твоя где ходит, бегает, давай пусть идет сюда с моим Володей, сядет покушать. Это было совсем другое. Да, это одесские дворы, одесские. Но за этим можно только скучать. В чем для вас, если существует такая разница между национализмом и патриотизмом? Сегодня оно несколько перепуталось, я вам должна сказать. Сегодня национализм принимает уже форму фашизма. Сегодня. Хочется думать, что это скоро пройдет и этого не будет. А патриотизм, это вот, вот я, например, я могу уехать в Америку, я могу уехать к детям. Я сказала, нет, я буду жить здесь, я ни перед кем не рисуюсь, я нигде это не афиширую, и никто об этом, я нигде об этом не кричу на перекрестках, но это моя родина. И мне все подходит. Я буду жить здесь и буду делать так, чтобы здесь было лучше, насколько я смогу. Последний вопрос. Какое вы видите или хотели бы видеть Украину лет так через 10? Ну, сказать вам, что самостоятельная, соборная, это она сегодня считается, что она такая. Но этого нет, конечно. Я бы хотела видеть Украину достойную своих граждан, чтобы каждый гражданин, живущий в Украине, мог гордиться. Во-первых, что он украинец, я не говорю по паспорту, просто живущий на Украине, у нас написано везде во всех паспортах гражданин Украины. Так вот это только написано. А я бы хотела, чтобы наши люди могли гордиться этим, чтобы люди не стояли в очереди за этим подаянием, чтобы люди не искали возможности коммунальные платить услуги, которых невозможно заплатить сегодня. Нереально это. А их еще забивают и добивают, и добивают. Я хотела бы, чтобы люди гордились тем, что они живут в Украине. Спасибо. Спасибо, Галина Борисовна. Пожалуйста. Спасибо зрителям, которые были с нами. Сегодня на авансцене был Александр Мардань и замечательная, красивая женщина, которая лучшую или большую, а будем надеяться, что на самом деле еще меньшую и меньшую часть своей жизни посвятила любви к гармонии, то есть филармонии. Филармонии, да. И пусть вам еще столько же, сколько вы, еще столько ей руководите, столько работаете, спасибо. Потому что от вас идет поток энергии. Это вот, ну, это я просто ощущаю. Вот. Поэтому дай Бог вам здоровья и удачи.